И прямо сейчас срочная новость. Яровое направлен уголь из резервного запаса. Такое решение приняли в правительстве Алтайского края. Оперативные действия властей региона вызваны безрезультативными попытками эксплуатирующей организации в течение двух последних суток наладить работу станции и выдать нормативную температуру теплоносителя. Накануне в Яровое поступил некачественный уголь, закупленный собственником ТЭЦ, в результате чего температура в квартирах жителей города сегодня колеблется в диапазоне 17-22 градусов. 2000 тонн качественного угля из регионального резервного запаса из Славгорода сейчас уже поступают на ТЭЦ автотранспортом. Потеплеет в домах яровчан в ближайшие 6 часов.